Новое производство запустила в Твери компания ДКС. Теперь она освоила выпуск металла рукавов в ПВХ-оболочке. Они применяются для прокладки электрического кабеля на объектах индустриальных и топливно-энергетических комплексов. Сейчас на предприятии в Твери трудятся 2000 человек. Реализуют новые инвестиционные проекты по строительству презентационно-выставочного комплекса и складского помещения, производств полиамидных держателей и другие. В прошлом году в консолидированный бюджет региона эта фирма перечислила 747 миллионов рублей. Напомним, что в сентябре при участии губернатора был открыт современный цех горячего цинкования. Объем инвестиций в тот проект составил более 770 миллионов. Выступая на торжественной церемонии, Игорь Рудени особо отметил важность того, что это совместное предприятие. Присутствие на данном мероприятии высоких гостей с нашей уважаемой Итальянской Республики показывает нам, что сегодня те задачи, которые поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, об увеличении экспорта несырьевой продукции реализуются на Тверской земле.